Всем привет, друзья мои! Сегодня я готовлю скумбрию с картошкой, с перцем, с морковью, с луком. Ну, то есть скумбрия с овощами. Приступим к приготовлению. Я очистила картофель, здесь у меня килограмм. 700 грамм скумбрии, очищенные только филе. Луковица 200 грамм. 150 грамм перца очищенного и 100 грамм морковки. Ну вот зелень. И также специи по вашему вкусу. Ну соль обязательно, масло подсолнечное. Итак, начнем. Я помажу листик. Я решила готовить это в листике. Хотела в форме, но передумала. А можно сготовить это в форме, застелить фольгой, закрыть ее, она будет более, однако, насыщенная вкусами. Ну, я вот так приготовлю. Теперь я буду резать картофель вот такими вот пластинками, кружочками, как кому нравится, и выложу первый слой картошки. Так, режем ее, как вам угодно. Хотите, можете соломкой порезать. Я вот сегодня, у меня настроение на кружочки. Еще не закрою одну. Я хочу закрыть дно листиком. Сейчас я это все посолю. Вот так, немного. Присолю, можно сказать. Чтобы не соленое было. Теперь я буду резать луковицу. Распределю по мну как раз заодно. Можно заранее помять. Распределю здесь лук. Ой, какой лук плакать заставляет. Большая луковка, 200 грамм. Сочная. Лук я распределила. Теперь я хочу порезать кружочками морковь. Пробовали, сладенькая. Вот перец я хочу порезать соломкой. Перца вырастила много. Надо куда-то его использовать. Кладу его во все блюда. Так, теперь, пожалуй, что я сделаю теперь? Опять присолю это овощи, а то они сладкие. Морковь сладкая, лук, перец. Так. Теперь можно и целенькими, наверное. Но я все же порежу рыбку. И такие кусочки. Я так вот
Ложу ее. Какая-то косточка попалась. Она не досмотрела где-то. Или не косточка. Ну, нет, косточка. Слезы бегут, а я готовлю. Вот так мы укладываем рыбу. И вот что-то мне не хочется-то больше картошки класть. Может быть, мне ее оставить? Как-то вот не хочется больше. Больше не положу. 600 грамм хватит, предостаточно. Наверное, грамм 400 осталось. Так, теперь я... Вытереть руки надо. Посыплю специями. Что у меня сегодня? Смесь перцев. Я это люблю. Так. Смесь перцев, какой аромат, запах. Ой, не переборщила ли я? Так, черный перчик обязательно надо. Посыпем. Капуста тоже запахла. Здесь у меня что? Ой, это были хмели-сунели. А вот у меня черный перчик. Ну все. Перцев достаточно. Вот так, что это у меня будет? Будет не очень жирненько. Немножечко я полью, однако, маслицем. Майонез я тоже не хочу сегодня. Нет у меня на него настроения. Вот так. Полили. Немножечко масла. Где-то так, 50-70 грамм. И, однако, положим сюда. Порежу сейчас зелень, укроп потом насыплю, петрушку добавлю сейчас, не очень мелко, покрупнее. Запечется, все запечется, так, можно даже и не резать ее, вот так. Добавить. И что мы сейчас делаем? Мы это все будем ставить в разогретую духовку. Что-то мне хвостики неохота. Так, уберу их. Какой у меня процесс творения, произведение мое. Скумбрия будет у меня запеченная. Я, однако, сверху закрою ее фольгой. Точно. Внутренний голос подсказывает. Да. И вот еще немножечко соли посыплю. Итак. Фольга у меня не широкая. Поэтому что я делаю? Я взяла вот так вот ее. Подрежу сейчас здесь. И вот так. Вышло из положения. Закрыла листик. И так и поставлю в духовку. И буду запекать. Ох, и вкусняшка же у меня будет. Прошло 35 минут. Я достала из духовки. Снимаем фольгу. Хорошо, что я закрыла фольгой. Какие ароматы! Вот сейчас мы это все будем кушать. Всем приятного аппетита. Если вам понравился этот рецепт, готовьте вместе со мной. Всем пока!